В Балаковском районе на территории детского оздоровительного лагеря «Ласточка» прошел форум активной молодежи «Драйвер». Здесь собрались молодогвардейцы со всей Саратовской области, чтобы принять участие в дискуссиях, образовательных мастер-классах, интеллектуальных играх и тематическом квесте. Но самой долгожданной частью форума стала встреча молодежи с политиками региона. Активисты смогли задать все интересующие вопросы главе города Балакова Роману Ирисову, депутату городского совета Сергею Волкову, а также депутату совета Бакватрокского муниципального образования Олегу Удилову, который ранее возглавлял Балаковское отделение молодой гвардии. Гости рассказали, что сейчас общение власти, чиновников, депутатов с жителями идет активно в интернете. Это позволяет, не дожидаясь приемных дней, решать проблемы людей. Но тем не менее, до сих пор многие депутаты и чиновники боятся заводить страницы в соцсетях. Они боятся там вступать в дискуссии. Вообще, конечно, очень много рисков, когда там какое-то слово не так сказал, потом можно лишиться должности. Может быть, этого боятся, а может быть, потому что несовременные. А может быть, потому что не хотят открыто общаться даже на те сложные темы, которые там поднимаются. Да? Не всегда же, всегда сложно общаться с человеком, которого ты не видишь. Вы, наверное, тоже это знаете. Да? Вот когда ты человеку смотришь в глаза, оно всегда, ну, по крайней мере, ты видишь его реакцию, ты видишь, что за человек, и можно, исходя из таких вводных данных, уже корректировать свое общение. Общение в интернете, это ты общаешься, непонятно, кто за этим фотографией там скачанной там, или картинкой стоит. Но живое общение тоже не отменяется. Горожане и жители сел должны знать и чиновников, и депутатов в лицо. Мне, наверное, помогла такая тактика, что нужно ногами протопать весь свой округ. Идя к избирателю и общаясь напрямую с ним, это самый-самый действенный способ. Это первое. Второе, это не обещай того, что сделать не можешь, потому что люди свои просьбы очень долго помнят и потом тебе припомнят, наверное, на протяжении всего твоего срока. В ходе встречи было поднято множество тем, начиная с политики и заканчивая раздельным сбором мусора. Добавим, что темой прошедшего форума стал патриотизм в действии, поэтому обсудили и патриотические акции, которые проводятся активистами молодой гвардии. И как пример, минувший форум завершился акцией, приуроченной к Дню российского флага.